Всем самого добрейшего утра, друзья. Второй день сплава. Вчера, наверное, кадров немного получилось. Мы приехали, приготовили еду, лапшу с тушенкой. Не помню, показывал, нет. Иван с утра уже занимается приготовлением кофейка. Вообще молодец. Правда, с дровами не получилось, потому что берега все залиты, и дрова все сырые. Да, и чалились мы, кстати, экстремально, просто на струе, потому что мест не нашли. А, еще, ну я, наверное, показывал, да? Короче, ночью температура упала до 8 градусов, но в кубрике было очень тепло, потому что дышали, наверное. Было классно. И самое, что мне нравится, не буду говорить это вслух, но мы не в куртках. Я вчера даже одевал куртку свою зимнюю рабочую, чтобы согреться немножко. Так, ну все, сейчас завтрак будем готовить и будет включение еще. У нас начались решения бытовых вопросов различных. Иван молодец, сделал веник. Все. А это, ребят, у меня живот что есть. Короче, сейчас, где-то здесь. Где-то здесь я приберег такую очень полезную вещь, друзья. Это из магазина «Мир магнитов». Магнитный держатель для инструмента. Но в данном случае нам ножи, смотри, ложики. Это все мы сейчас будем просто удобно крепить. И это не будет у нас падать. Офигеть. Красавец. Вы хоть заметили? Мотылька. О, тут даже саморезы в комплекте. А я искал. Так, ну и что, куда фиксануть, чтобы это? Вот сюда? Ложки, вилки цеплять. Не, мы же ножи это поднимаем. Ложки, вилки, ножики. Все. И даже саморезы. Можно ему отдать. Так, друзья, ребята из «Мира магнитов», вы молодцы. Такие штуки классные продаете. Под видео в описании будут все ссылки, сразу говорю. 8 горшков по 12. Я вообще не понимаю, а где фисик? Да что ж все теряется-то, где он? Вон он. Смотри, у меня что есть. Какие? На. Это что такое? Карабины мои армейские. Подожди, надо расстегнуть их. Вот, вот это надо, значит, чтобы расставил. Это мы на прикорм. На тайменя, блин. Ну ты хорюся, отник, Ванька. Готовимся к выходу. Все, сейчас отчаливаем. Что у вас? Вот классный берег. Миха видел, да? Да берег. Не дошли 2 метра. Как всегда, нахуй. Ночевали не понять где. Подходим к иконостасу. Помните в прошлом видосе, в прошлый раз мы там гуляли. В те времена было тепло, было хорошо. Сейчас времена не те. Не, ну на иконостаса зайти надо. Да, давай зачалим. Я вам сейчас покажу кадры летние. Летние, сейчас-то осенние. Летние с того года, и вот летние с этого года. Какая разница? К тому берегу дави! Нормально, нормально, хорошо. Спокойно идем. Красота. Да ты за штурвалом стоишь? Да. Рули внимательней. Потом нарисуешь мне руль. Под знаменем идем победы. Отлично, давай. Все, шикардосик. Все, стоп! Стоп, машина! Идеально! Не, ровненько причалили, да? Да я чуть вообще ничего не видел. Двухтонной машиной. Считай, как на КамАЗе припарковали. Вот сюда мы, ребята, и приехали. Вот он, смысл нашего. Нашей чалки. Сейчас полетаем.
Нормально. Теперь что, ловчее? Давай на глиссер. Как-то у нас в этом году, друзья, без палубы. Мы ее сделали, но смысл от нее такой себе. Но сейчас сюда сабборды подниму, я их с собой взял. Здесь прификсируем, они будут тут жить пока. Ну и надеюсь, будет теплые деньки, будем сплавляться. Так, все, пока иконостас. Впереди у нас Дмитриевка и порог. Сейчас проходим Удаловский порог. Я буду летать, пацаны рулить, кто-то будет там сигналить. Классно будет, смотрите, сейчас вам понравится. Стоп! Раскачало! О! Ёшки-сикрот! Ёшки-сикрот! Не попадали, 15 градусов на улице. Я в бане ночую. Все у печь. Не, ну такого сплава у нас еще не было. Нет. Главное, что нам все нравится. Главное, позитив. И принятие проблемы уже решение ее. Да, вот сейчас примем, и проблема. Так, все, причалились, короче, за дровишками. Сейчас закинемся на второй этаж, чтобы на пару дней баньку топить и так далее. Только давай, не, давайте, парни, сразу на дрова напилим здесь, сучкорезочкой. Сыр, да? Это 4 сыра. 4 сыра. И емкость. И емкость. Так и называется блюдо. Молоко. Это ачма? Чачма. Ачма. Ачма. Опять это надуется пол духовки у нас, да? Потом не достанем. Так, мы идем продовольствие Смотри! Вот как нормальные люди плоты цепляют. И что, куда идти, где магазин-то? Все, понял, Вань, вот. Вот дорога. Смотри, все красное. А ты зачем рассказал-то, а? Вы идите. Давай в магазин, повторим. Вы пока соберите в чашечку. Я что беру. Да, в чашку собери с молоком. Расскажи, как ты в целом? Неоднозначный вопрос, да? Да, нормально. О, бытовая химия закрыта. Так, вот наша скорость. 9 узлов идем. 10. Вон туда будем чалить, смотрите. Сейчас зайдем аккуратненько. Или слева, слева там нет гравия. Вон рыбаки рыбачат, там трасса. Все, вон к тем березам чалим. Надо сейчас уводиться к берегу уже. Так вон же берег заливной, что, плохой что ли? Вам есть куда привязаться, пацаны? Ну. Я нас за бревно вязаться готов. Привяжемся.
Все, мотор поднимай, мотор поднимай. Я на коптере слетаю и все посмотрю. Я на ту сторону не хочу. Иди сюда. Только не на ту сторону. Ты подожди, я комаров перепутал. Смотри вон туда, проголызина, видишь, гравийная? Еще. Вон, гравийная проголызина. Она мне не нравится. Посмотри на нее. Там прям вообще поляна. Для кого смотреть, я вижу, ну гравий. Посмотри. Пусто. Ты пойми, там комары, тут комара не будет на воде. Ладушки. Здесь комара будет в 100 раз меньше. Все, пойдем. Комар весь в кустах. Так, подожди, пацаны позвали, пойдем комар посмотрим. Весь в кустах. Смотри, вот тебе пацаны, классно, бассейн. Вот баня, вот бассейн. Я, парни, я за все. То есть на коптере даже летать не надо, да? Не, надо. Не, давай сюда. Слушай, ну басик, баня, вот баня, вот басик. Все четко. Ну давай тут. Кожирно. Только знаете что, парни? Нам бы не за кусты фиксануться, единственное, а за деревья. Ну мне нравится. Мы можем даже сейчас протянуть немного плод и зайти вон с тех кустов сюда, прям внутрь. Ну, надо, а если завтра кусты вода кусты ночью спадет, и мы потом отсюда его не вытолкаем. Ну а что нам? Мы же лишняя любим... неделя. Мы же прорыть канал. Ребята. Мы же любим сложности. Не, нормально строились, и потом что отвязали, типа оперли. Мне нравится. Все, но только все равно слетаем. Нет, слетаем. Все, мы причалили, место нашли классное, сейчас вам покажу, в конце, ну, вы много увидите кадров по этой теме. Здесь будет у нас завтра дневка, тут будет рыбалка, потому что места классные, хариусинные и тайменные, но таймень на Алтае запрещен. Вот, и, что интересное, я взял с собой хайперы, свои любимые сабы. Сейчас мы их накачаем, тут рассказывать сильно много не стоит, потому что вы видели, как мы их качали, как мы их собирали, как ставили плавники. Ну вот ребята, например, не катались еще. Я взял с собой доски, потестить, на бии покататься. Сейчас посмотрим, увидите кадры, полетаем. Вот. То есть в ближайшие пару дней я буду на хайперах на этих кататься. Ну, мне нравятся сабы, я обожаю их. И всем рекомендую кататься на сабах, это прикольно. Лето играет совсем другими красками. Вот, все, накачали, сейчас поедем кататься. Иван, ну как? Видишь? Спорт, супер. Место мы нашли просто чудесное. Это остров, но так как вода поднялась, он стал протокой. Тут покатаемся, здесь поставим баньку. Завтра на реке порыбачим. Ребята уже вон прыгали даже здесь в воду. Все, идем кататься. Парни, давайте начнем сразу со стоячего варианта. Не садитесь на сап. Попробуйте стоя. То есть смотри, как ты это делаешь. Ну, сейчас, конечно, здесь на камнях нельзя. Ты его на воду вытащил, по колено зашел. И двумя коленками фигакс на него встал, потом весло положил на него и встал на ноги. Все. И теперь следующая тема. Не думай, что ты опору должен сначала словить, как на сноуборде, да? Так не надо. Ты встаешь и сразу же начинаешь грести. И когда ты гребешь, у тебя получается третья точка опоры. Если ты будешь пытаться встать и уловить равновесие, ты упадешь. Да. Ты встаешь и сразу же веслом начинаешь грести, тем самым получаешь опору. Ну и все, ребят. Единственное, что мы не одели сейчас им плавники, потому что высота небольшая. Глубина, точнее, небольшая. Слушай, подожди, Ваня, а он точно у Гриши нормально накачан? Он что-то прям играть начал. Сколько у него? У него слабо. Можно было еще два дать. Ну, для пробы-то хватит, а завтра накачаем. Завтра будем кататься весь день. Не-не-не, вставать надо... А, ну или так. Все? Нет. Не, Вань, давай лучше на колени.
Не! Ладно, парни. Я вам потом покажу профессионализм. Да погодь! Погодь! Так, не, ну а как тренировка? На самом деле самое интересное, друзья, что на саб-борд можно встать за 15 минут. Смотрели ночью в музее, там были неандертальцы. Вань, попробуй на коленях вначале. Не, я бы вам показал, если бы вы мне дали, но вы забрали у меня сабы сразу. Вань, ты неправильно гребешь. Словом. Ладно, хорошо. Все, вот смотри, у Гриши самый сейчас правильный ход. Сейчас после них профессионал встанет. Который вроде неказистый, полноватый и так далее, но покажу, как это делается на самом деле. Гриш, ты должен стоять на нем прямо. Ну иди докачаю, иди сюда. Ну, ну, тарань его, тарань! Заранее успел. И раз! Нормально? Ну так хорошо. Давай! Я не зассал, да? Не, пацаны, все ништяк. Сейчас я понижу. Пленка кончается, давай. Ну ты будешь прыгать или нет? Местами памяти туман, ты как во сне. Нормально? Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты. Оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Love.